Дорога как взлетная полоса. Завершаются работы в рамках второго этапа западного обхода. Асфальт уложили чуть больше, чем на 1,5 километрах между улицами Минска и Фрунзе. 90% от запланированного уже выполнено, в том числе проезжая часть, пешеходные зоны, завершены работы по отведению сточных вод. Дело за малым – нанести разметку, установить отбойники, знаки, остановочные павильоны и светофор на перекрестке с улицей Фрунзе. Новая автодорога на пограничника Рыжикова, она станет таким фактором, который позволит привлечь сюда инвесторов. И мы знаем о том, что здесь было, в общем-то, запущенное место, на склад складировался мусор. Сейчас это действительно место будет приведено нормальное состояние. Я думаю, что это один из этапов развития нашего областного центра. Комиссия из депутатов городской думы и чиновников мэрии увиденным осталась довольна. Трасса должна снизить транспортную нагрузку на узкие улицы Иваново. Все тяжелые грузовики из Ярославля и Костромы поедут здесь, минуя центр. Это запроектировано как магистральная улица с усиленным поверхностным слоем ЩМА. Он укладывается по сетке, что гарантирует более долговечное использование покрытия. Западный обход мы планируем завершить в 2019 году, завершив участок от улицы 13-Березняковская до кольца Суздальской. Рейд носил ознакомительный и предупредительный характер. На следующей неделе на заседании городской думы парламентарии обсудят дорожные вопросы, в том числе выделение средств в бюджете будущего года на завершение амбициозного проекта западного обхода. Напомним, только в 2018 на эти цели было выделено 137 миллионов из городской и областной казны. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.